Подытоживает ли макроэкономика? Дресс сакавширо массовые информации из зогирт сашвали вебшигаисма цели смдами блури бралде веби сакартулос хелисуплебис мимарт. Сакартулос республики с президентис прессам сахурма гаак это официалури генсхадеба амистаубазе. Ромлис русул текстат ткен гагатнобт президентис прессм дивани батони арчил чиракате. Уважаемые телезрители, дамы и господа, некоторые средства массовой информации упрекают руководство Грузии в том, что его реакция на путч была недостаточно острой. Более того, отдельные органы печати и вещания не гнушаются распространять явную ложь в попытках очернить нашу позицию в глазах общественности, искажая факты, не брезгуя злыми домыслами и откровенной клеветой. Мы категорически не согласны со всем этим. Уже 19 августа утром было распространено заявление президента и президиума Верховного Совета Республики Грузия в связи с попыткой переворота, в котором четко и недвусмысленно была изложена позиция нашего руководства. В заявлении, в частности, говорилось, что население Грузии должно подчиняться законным грузинским властям, что полностью исключало признание ГКЧП в какой бы то ни было форме, подчеркивалась необходимость соблюдения дисциплины, содержался призыв не поддаваться на провокации, неукоснительно исполнять распоряжения органов власти республики. Руководство республики обратилось к центральным и местным органам власти и управления, общественным и политическим организациям Грузии и автономных республик учесть создавшуюся обстановку и действовать согласованно и единым фронтом. К сожалению, как это стало известно позднее, центристские силы Советской Абхазии и самозванные власти так называемой Юго-Осетии полностью поддержали путчистский ГКЧП. Его действия получили одобрение и поддержку также со стороны ЦК КП Грузии. В целом же Грузия, все ее население не признали и не могли признать путчистов, ибо заговорщики ставили целью задушить свободу. Эту твердую позицию и глубоко осознанную убежденность продемонстрировали митинги, прошедшие на многих предприятиях и в организациях республики, а также оперативные опросы населения, проводившиеся средствами массовой информации. Президент Грузии Звиад Гамсахурдия обратился также к странам мира с призывом поддержать всех избранных народом президентов и все парламенты и оказать им активную помощь перед лицом прямой военной агрессии. Он также призвал правительства западных стран занять более активную позицию. По указанию президента Грузии были в оперативном порядке мобилизованы средства массовой информации и связи с тем, чтобы довести до всеобщего сведения содержание указа президента России Бориса Ельцина об антиконституционности так называемого ГКЧП. Руководство Грузии поддерживало практически непрерывную телефонную связь с Верховным Советом России. Кроме этого, по поручению правительства Грузии, заместитель постоянного представителя Грузии в Москве 20 августа выступил на митинге у здания парламента России и выразил позицию руководства Республики Грузия по отношению к путчу.